Женщина, стендап это юмор? А вы сидите как на похоронах? А у нее тетка вчера умерла, ее током ударил. А не надо было лампочки в подъезде выкручивать? Самый впечатляющий карьерный старт во всем российском шоу-бизнесе уходящего года. Не, ну вы просто, я... Три раза повторил, пожалуйста, можно особо не острую. Все стоит денег, ну звоните, будем договариваться. С этим микрофоном, шнурами, сколько... Ну блин, это же не то, что моя какая-то прихоть. А он это, в другую лигу случайно не записался? За твой светлый ум. Ген, ты переборщиваешь. Нил, давай, кажется, своим делом будет заниматься, а? Мил, я не понимаю, а что происходит-то? Ты где вообще? Короче, я вроде все придумал. Тут ты мне помочь должна. Если что-то пойдет не так, она нас никогда не простит. Красная поляна. Отель тот же, номер тот же. Пусть будет 2-3 песни, все, и свалим отсюда. Ты не понимаешь, ты правда талантливая. Давай сингл запилим. Да я сказала нет! Звоним? Пока, погнали! Ничего не говори. Я кроме певиц себя никем не видела. Ну, ты сама говорила, лучше сделать и жалеть, чем не сделать, потом жалеть все время. Ничего не говорю. Не же расстраивайтесь, здесь все рано или поздно оказываются. Я вот как к этому отношусь? Опыт. Опыт.